Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по Lost Light. Сегодня хочу затронуть такую тему, как станок. Что о нем нужно вообще знать, как он работает, что нужно качать, что делать и так далее. Ну а перед началом ролика, как всегда, желаю приятного аппетита, желаю приятного просмотра. Ну а мы погнали к ролику. Но, перед началом давайте разыграем нашу 1000 лома и подведем новые итоги. Значит, заходим на мой канал. Последнее видео было 7 дней назад, да, я отдыхал, поэтому видео не выпускал, сорян. Заходим. Так, что у нас получается? 16 комментариев, 35 лайков. Хорошо. Копируем эту ссылочку. Заходим в рандомайзер. Вставляем ссылку. Так, 1.5 просмотров, 16 комментариев. Комментариев мало почему-то, не знаю, может надо призывы улучшать. Давайте уже на следующее видео я вам сделаю 2000 лома. Поэтому загружаем данные, вот они комментарии. Громкость я сейчас добавил, в этом видео по идее должно быть погромче. Смотрим, выбираем случайного победителя Чепака. Но он не играет Lost Light, это мой, как говорится, знакомый, поэтому его переигрываем. Майкас. Ждем с ХД. Ну вот дождался. Поэтому напиши мне, получается, в Дискорде, чтобы забрать свой приз. С доказательством, конечно. Как сделать доказательство, как все как обычно. Заходите на свой канал, делаете только скриншотик, то, что это ваш канал, и все. Получается, я вам отдам потом вашу 1000 лома. Твою ссылку я копирую. Ну, а теперь переходим к ролику. Итак, смотрите, получается станок. Заходим. Станок. Что нужно знать для станка? В первую очередь нужно его прокачивать. Прям как сразу, как начали играть, сразу прокачивать станок. Желательно до 5 левела хотя бы. Что, как, где качать? У меня есть в Дискорде. Сейчас я вам покажу. Заходите в мой Дискорд. Здесь есть про склад, торговлю, все-все-все есть. Заходит станок и смотрит то, что он для первого, второго, третьего, четвертого, пятого и так далее, левела. Что нужно, какие компоненты. Прокачали станок, идем в игру и смотрим. Заходим в станок, да? Вот я тут качаю себе ножницы, цпшки и так далее. Давайте начнем с боеприпасов, да? Что нам здесь главное? Это, конечно же, на последнем уровне 995 и 5 и бпшки качать. Смотрите, к примеру, да, 995 патроны. Для них нужно 855 патроны. Их дают, все время дают за Марика. То есть вы запускаетесь, у вас эти патроны появляются, вы бежите на выход, вам дают 150 штучек, вам нужно 300 их. То есть насобирать это не очень сложно, даже можете купить. Смотрите, порох. Его прям очень легко найти, это вообще бесполезная вещь. И обычный скальпель. Раньше он стоил 800 тысяч, это было сложно найти его. Сейчас же он стоит 230 тысяч, вообще ни о чем. То есть вы тратите, получается, 230 тысяч, потрошки крафтите, и из этого получаете, ну это скинул какой-то этот, ну вот плюс-минус 6 тысяч ихняя цена, это и то. Можно даже выше поставить, и их купят. Вот смотрите, 6 тысяч умножаем на 150, правильно, да, получаем 900 тысяч, а потратили мы 250, по факту получаем сколько мы, правильно, 650 тысяч чистыми, это вот чисто вот на 995-х, также можно делать из это, с пятых патронов на М-ку, на БПшке также, это очень актуально, эти патроны это самые такие актуальные патроны, которые их будет прям скупать моментально. Поэтому можно также на БТшке делать. Это будет не так сильно и выгодно, конечно. Ну, можно делать и такие потрошки. На это смотрите, вот, допустим, ППшки. Вообще нужно ПРСки на них собирать. 300 ПРС. ПРС на каждую катку даю тоже. Мультитул, который стоит 38 тысяч. И, как его называют, спички. Как, да, спички. И вы крафтите ППшки. ППшки сейчас стоят по 1000. Ну, 600 можно вот выставить, допустим. Так вы их получаете 180 это, на, и умножаете, получаете, сколько это есть. Поехали дальше. Заходим в разное. Разное. Что здесь нужно вам знать? Здесь, если у вас большой
уровень станка, то качаете всегда провод. Он вам всегда пригодится. Запомнили этот момент, то, что вам провод всегда пригодится. Идем дальше. Флешки. Тоже очень нужная вещь. Качайте их, собираете, качайте их. Идем дальше. Ну, давайте начнем с клеевого. Клеевой. Вот про чем говорил. Провод нужен для клеевого, чтобы скрафтить, получается, наш любимый клеевой пистолет. Идем дальше. Паяльник, само собой, потому что из клеевого делается паяльник, из паяльника делается цепешка, из цепешка делается видюха. Это такая вот цепочка такая. Начнем именно с инструментов. Инструменты крафтим. Сейчас они дешево стоят, но все же на них тоже можно нормально окупиться. То есть это вы можете скрафтить, это вы можете скрафтить, это нужно найти. Идем дальше. Кольца я не осматриваю даже, потому что все это бредовая тема. Данные обязательно крафтить. То есть это все легко найти тоже. Видеокарта. Ну, само собой, это 5 миллионов и так далее. Палочки, смотрите. Палочки, они стоят у нас по 80 тысяч, и их дают 2 штуки, то есть вы получаете 160 тысяч. Находятся шарики, те находятся везде, и на Акияме, и везде, на любой карте можно найти их. Поехали дальше. Что еще нужно вам крафтить? Вам нужно крафтить пацогубцы, вам нужно крафтить, получается, флешку, я говорил. Ножницы можно крафтить, потому что они стоят... По 49 тысяч. Это на начальном уровне, типа, вот можно и крафтить. Потом, портативный источник питания обязательно крафтить, потому что он стоит сейчас, ну, он сейчас стоит дешево, вообще он примерно вот его цена такая вот, 100-120 его цена. Поехали дальше. На этом все, в принципе. Ну, естественно, ЦП-шку крафтить. Опять же, видите, вот я крафчу все время провод, и все время крафчу я вот такие сагубцы. Если вы их находите, то их можете собирать. Поехали дальше. Компоненты. Здесь, в принципе, можно все крафтить. Здесь все дорогое. Но самое актуальное это вот эта вот ручка, этот прицел и лазер. Это самый такой актуальный, который нужен, типа, вот, который я крафчу. Легко находится, легко крафтится. Допустим, прицел стоит... 280 тысяч, нужно 4x, опять же, либо купить его можно, либо он дается на Замарика, там без разницы, вы можете выбить любого чувака его. Фонарики, которые, точнее объективы, которые везде падают, и мультитул тоже можете купить, либо найти. На лазарь, смотрите, это фонарик, падает на Кияме, на арке, везде падает. Ручка это вообще молчу, она на каждом шагу валяется. И мышки 3. Мышки обычно в компах валяются, там возле компов валяются, неважно. Сколько у нас стоит он? 150 тысяч, ну это не знаю, что выставили. Вот она, ихняя цена. Покупают, поверьте, покупают. Идем дальше. Вертикальная ручка. Сложно найти эту ручку, но можно найти. Ее находите, понятное дело, то, что все это легко находится, но. С этой ручки вы получаете по 460 тысяч. И это все покупается. То есть и сам выставлял, и меня покупали все это. Это что у нас по компонентам. Заходим в контейнер рюкзаки. Смотрите, здесь отдельный пункт. Если вы играете за Марика, допустим, как я, ну я очень часто играю за Марика, то мне все время падает рюкзак либо военный, рюкзак альпинист, либо томагавк. И это нужно выносить скатки и не продавать их, главное. То есть из томагавка вы можете крафтить альпиниста. То есть вот, что вам нужно. Томагавк, фляга и ножницы. Даже если это все покупать, смотрите, 33 тысячи стоит ножницы. Фляга стоит у нас 28. Итого получаем, ну, 60 тысяч пускай, ладно. Мы это крафтим. А получаем мы это 260, то есть 200 тысяч плюсом, если вы покупаете. А если вы это все нашли, то вообще бесплатно получается у вас. Также, допустим, с рюкзаком связиста, смотрите. Он упал, вы покупаете вот эту фигню, 7 тысяч, кстати. Это очень дешево, обычно она дороже стоит, там 1050 она стоит. И скальпель.
60 тысяч, да? Ну, допустим, вот 60, сейчас 120 тысяч вы потратили на это и на это. Получаете вы с этого, опять же, 270 тысяч плюс. А если вы это все нашли, все. Но вы можете скрафтить вот это вот, потом перейти, то есть если у вас, допустим, есть такой рюкзак, вы можете скрафтить, вот он, черный ястреб рюкзак. Вот я обычно скрафчу отсюда сюда, а отсюда сюда. И у нас получается, он стоит 500 тысяч. Не плюс, плюс хороший. Правильно? Правильно. Поэтому не продавайте эти рюкзаки, вот этот, вот этот, этот. Лучше пускайте его в крафт. Это очень выгодный крафт. Я вот только на этом зарабатываю все свои деньги. Что у нас здесь еще? Снаряжение. Это отдельный пункт. Это открывается, основные прибыли открывается на последнем левеле, восьмом станке. У вас открывается пятая броня, которая очень нужна всем. И вот почему я вам говорил, нужны провода и плоскогубцы. Видите, вы выносите две четвертой А брони и крафтите пятую броню. Вы ее можете также скрафтить, эту четвертую броню, но не советую. Лучше ее купить. Она стоит, сейчас у нас 99 тысяч только на рынке она стоит. А если зайти в Хайди, где у нас Хайди, то она стоит 95 тысяч. Ну, дешевле. Тем более сейчас можно купить за новую валюту, которую добавили. Поэтому 95, ну давайте 180 тысяч, допустим, вы потратили. 180 тысяч, да? Это все вы скрафтили. Вы крафтите, а по факту вы получаете 500 тысяч. Выносите, крафтите полмиллиона. Приведу вам живой пример, смотрите. Я с другом играю в катку, допустим. Он выносит там пушки, деньги и так далее. Я же выношу всякие фонарики, там провода, плоскогубцы, всю такую хрень, короче. У меня это занимает одну ячейку, но я могу это много насобирать, правильно? И тем самым, то есть, получается, он выносит, допустим, на 600 тысяч, а я выношу там на 200 тысяч. Но потом я это все перекрафчиваю, и я из этого получаю там 2 миллиона. А он получил всего лишь 600 тысяч. Еще есть такие рюкзаки вот прекрасные, смотрите у нас. Это зверь, мамба и чудо. Если у вас есть такие рюкзаки, которые они не на продажу, то есть не продаются, перекрашивайте их в мамбу и продавайте. Вот так будет, смотрите. У вас есть рюкзак зверь, да? Вы покупаете данные, покупаете обычные скальпели. Сейчас скальпеля очень дешевые стали, прям видите, по 224 тысячи, это вообще цена смешная. Они раньше стоили по 800 тысяч. Это я сейчас купаю, потому что они нужны будут мне. Получается, 240 тысяч потратили вы раз, и данные, думаю, вы можете скрафтить или купить. Допустим, давай вы скрафтили. Вот 240 тысяч вы потратили, крафтите, по факту вы получаете 1 100 000. То есть чистыми вы получаете там 800 тысяч. Выгодно? Выгодно. Также у нас получается из чуда. Также специальный скальпель. Ну, чуть дороже будет стоить, если не ошибаюсь. Да, он стоит 350. Но если он у вас есть, то также покупаете. Если у вас мамба не на продажу, ну, обычно, то его крафтите, вы это чудо. И он стоит 1 100 000, 1 200 000, вот стоит примерно. Опять же, выгодно. Вы себя освобождаете таким способом вот эти вот места, которые, допустим, вот видите, не на продажу, да, чудо. Есть? А, нет, у меня, видите, только чудо, я все мама продал уже. То есть вы их перекрафчиваете и получаете такие деньги. Тем самым вы можете только на станке получать огромные бабки. Просто вам только нужно будет... Один момент, то что у вас будет качаться топливо. Топливо здесь очень нужно. Поэтому я в катках собираю. Ну, либо его покупать. Покупайте его, смотрите, вы покупаете либо вот такую вещь, которая стоит по 30 тысяч, но она дает вам только топливо, и все. Допустим, куплю две штучки. Либо покупаете вы, если по такой же цене будет канистра. Вот, видите, по такой же цене я ее покупаю. Потому что, смотрите, вам объясню почему. Это уже очень дорого, я не покупаю. Я лучше зайду, получается, сейчас разведка, стол, склад. И смотрите, получается,
Где у меня? Тут хлам, не обращайте внимания. Вот они, топливо. Ой, вот топливо, а вот этот, твердый. Нажимаю на твердый, получаем 48, да? То есть по 24 топлива. А если я нажимаю на это, то есть я это убираю, то я получаю 36 топлива и 36 еще пластика плюсов. То есть я получаю за не 48, а 72. Потом разборку делаем, получаем 120 топлива. И пластик тоже очень, очень нужная вещь. Поэтому вот такой вам лайфхак, лайфхак небольшой. Так, еще есть один пункт торгового станка, это разведка. Смотрите, у нас здесь есть на 5 уровне открывается вот такая вот крафт видеокарт. Или на 5 уровне, я честно не помню, на каком-то уровне открывается, напишите в комментарии, на каком уровне открывается такая вещь. То есть вы можете с видюх крафтить криптомонету. Вот, я, допустим, получил криптомонету 2 штуки, которая стоит сейчас на данный момент по 540 тысяч. Плюс комиссия, то есть 1 000 000 я уже за сутки скрафтил. Вот еще 500 000 мне крафтится. Опять же, вот это 500 000, да, получается, смотрите, вот она. Если я покупаю даже их по 70 тысяч, то есть 140 получается, ну 7 на 5 умножаете. Это несложно вычесть. То есть я могу скрафтить еще раз, и я все равно в плюсе буду, потому что я получаю там 1 000 000, а там трачу буквально, ну сколько, ну 400 тысяч. То есть одну монету теряю, но в одной монете я в плюсе еще. Но желательно их крафтить, либо находить, потому что так покупать, это прибыль не очень большая будет. Это я уже, мне делать нечего, я просто покупаю и крафчу, и по 500 000 зарабатываю. Также очень выгодно крафтить Аврил. Опять же, нужен провод, видите? Провод везде. Вот флешка. Почему я говорил, нужно флешки? Потому что из флешки вы крафтите данные. Данные из данных вы крафтите криптомонету. Вы их также можете продавать, они стоят, сами видите, если не хотите заморачиваться. Аврил тоже покупают люди, стоит по 700 тысяч. А нужно всего лишь-то проволока, 5 глушителей, которые там стоят по 70 тысяч, и провод. Везде-везде нужен этот провод. Флешки, провод – это основные компоненты, которые нужны вам. В принципе, на этом рассказал все, где, что я делаю, как я зарабатываю. Итог, видите, у меня оценка 319 миллионов, на Балике там 120 миллионов. Это все я иду за Марика, выношу компоненты, там всякие рюкзаки, не рюкзаки, с этого крафчу. Итог, первым делом крафтим станок и склад, потому что все это вот две основные функции, которые вам нужны, потому что только с этого вы будете зарабатывать. Да, если там любите постреляться, можете пойти постреляться и оттуда вынести. Но, опять же, вы можете и стреляться, и крафтить. И у вас будет двойная прибыль. Главное знать, что выносить, как выносить и где выносить. А что выносить, я вам уже сказал. Поэтому, опять же, я вам привел пример, когда мы с другом ходили, и он выносил 600 тысяч, а я выносил 200, но там через часик эти 200 превращались у меня в 2 миллиона. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставим лайки, дизлайки, ну и пишем комментарии, что я вам показал, что вам еще показать, какие еще инструкции сделать. Так что всем пока-пока.